Бог помощь был. Фу ты, напугал. А ты что, заплутал? Да что-то я второй час тут круги наматываю. Дорога-то в какой стороне? Дорога-то? Так там дорога. Ну да. А ты грибник, что ли? Типа того. Места-то у вас богатые. Ну, бывай, братан. Бывай. Отлично, мы в деле. Давай, задуй. А ты загадывай желание. Давай быстрее. Загадывай желание. Кстати, дорогие друзья, давайте вспомним еще раз, зачем мы здесь все сегодня собрались. И поднимем бокалы за прекрасную хозяйку этого дома, за именинницу, за Верочку. Господи, сколько лет мы знакомы. Это ж страшно подумать. Юра, подожди. Борис Игнатьевич, ну что вы такое говорите? Не дают вообще сказать, что такое. Я говорю, сколько лет мы знакомы с тобой, дорогой мой друг, Игорек. Выкрутил. Сколько мы работали вместе, да сколько мы создавали нашу фирму, а сколько нам всего пережить пришлось. Это действительно страшно подумать. А ты, Верочка, ты все такая же молодая. Красивая. Такая же веселая, энергичная. Глаша, положи сейчас же. У тебя аллергия. Пойдешь пятным, не Вера Петровна голову оторвет. А главное, верная и надежная жена. За тебя, солнышко. За тебя, моя верная подруга. Ты куда смотрела? Я забыла. Уже неделю здесь могла бы запомнить. А мальчику все можно? Что ему будет, этому башебузуку? Тем более он не наш, и игнатьевский. Пусть отец за ними присматривает. А что, Соня? Угу. Что-то ее долго нет. Приедет. Она же сегодня собирается, наверное. В Париж уезжает, я же говорил. Экзамены у нее там. Ну, а чемоданы мы в последний момент собираем. Ну, что за дети у меня, господи, в облаках где-то. А планировать ничего не умею. Ну, так, может, это и неплохо. Ваша дочь, Юрий Юрьевич, она художница, а не какой-то там экономист, чтобы планировать. Ну да, спасибо. Девчонка она и есть девчонка. Вот то ли дело Женечка. Вот у нее все по полочкам, все как мне нравится. А мама его где? Мама. Не было никогда мамы. Жена Игнатьева умерла, когда Соня, ну, старшенькая, еще совсем маленькая была. Тот походил бобылем, помаялся, но и влюбился в актриску. Девка, конечно, сразу не уцепилась, понятно, богатый, влиятельный, родила ему. А потом крышу не быстренько сорвало. Еще та оторва оказалась. Не привыкла дома она сидеть. Короче, Петенька еще грудничком была, она его бросила. А правда же отказалась от денег, отказалась от всего. Тю-тю, так ручкой помахала. Слушайте, ну… А Сонечка-то за рулем будет или как? Чтобы мы винца-то выпили? Да не знаю, ну, наверное, ну, выпьете. Пап, Соня сказала, что ее Рома заберет. Чего? Что? Его только здесь не хватало. Юр, ну зачем же уж ты так? Ну, по-моему, неплохой парень. Да ладно, неплохой. Валенок он и. Он и в Африке валенок. Ох, суров. Бегун. Или как это там? Беглец? Заяц побегается. Рома хороший. Я тоже спортсменом буду. Ага. Сейчас. Знаешь что? Забудь. Не будет в нашей семье спортсменов. Делом надо заниматься, а не за медальками бегать. Хочешь побегать, бери Глашу и… Давай, дуйте на улицу, нечего киснуть тут. Ты считаешь, что все должны выйти замуж непременно за бизнесмена? Между прочим, бизнесмены – это самые лучшие мужья. Да. Да тебе ли этого не знать, Верончик? Женщина. Кстати, тост. Прав, самый лучший. Скажи, Игнатьев, он такой же богатый, как наши Игорь Васильевич, или круче? Там же за него хочешь. Игнатьев основал компанию, Игорь Васильевич его компаньон. А кто из них уже круче и кто богаче, на другом и дело. За наших прекрасных… Здравствуйте всем! Сонечка! Тетя Вер, днем рождения, милая. Спасибо. Благодарю. Привет, тебя. Привет. Ой, какие цветы. Спасибо, Рома. А у нас для вас небольшой подарочек. Ну-ка. Какая красота. Ты видел? Да, какая ты красивая. Какая у меня дочка талантливая, а? Очень талантливая. Спасибо тебе. Присаживайтесь. Ромочка, попробуйте непременно торт. Очень вкусно. Вера Петровна, спасибо. У меня режим. Чемпионат скоро. Да. Ух ты! Чемпионат. По бегу. По легкой атлетике. Понятно, я же кроме футбола ничего не смотрю. Ничего страшного. Я в вашей работе тоже ничего не понимаю. Конечно. Там думать надо. Пап, может быть, ты перестанешь? Я пойду посмотрю, как там дети. Хорошо, хорошо. Из вас тост. Вера Петровна, да. Позвольте за вас поднять чашку чая. Благодарю. Я слушала. Будьте счастливы. И так же прекрасны, как и сегодня. Боже мой, спасибо. С днем рождения. Спасибо, мой дорогой. Меня с днем рождения. С днем рождения, да. С днем рождения. Не чашкой чая. Давай, давай, давай. Ура, ура, Соня. Я первая, я первая. Привет. Ой. А я про секрет помню. Вы поговорите с папой, да? Правда? Я же тебе обещала. Я так хочу собаку. Пожалуйста, уговорите его. Я попробую. Догоняй! После вина? На повышение можно. Что ты к парню цепляешься? Юр, не понимаю. Да чего она его сюда притащила? Сам никто и звать никак. А все туда же. Ведет себя, как будто бы он уже муж Сонин. Ишь ты, поди ж ты. Можно подумать, что ты сам у нас граф наследный. Ну, не граф, не граф. Ты пойми, толку от этого Ромы никакого. Бизнес ему доверить нельзя. Тут организаторский талант нужен, а спортсмены, они все исполнители. Ему крикнули марш, он и бежит. Ладно, Игорек, я не о нем хотел. Давай мы Жанну сделаем главой наблюдательного совета. Ну, чё она все его да его? Ну, сколько можно? Это все ваше сельство? Ну, она у нас в холдинге без году недели. Ну, не без году, а уже почти год. Не, все равно это очень резкий карьерный взлет, согласись. Да ничего не резкий. Она отличный специалист, высококлассный экономический эксперт. И потом, кто ее привел в компанию? Ну, я. Ты. Так я не спорю. Но у нее есть еще одно достоинство. Она тебе очень нравится. А вот это не важно. Так заметно? Да ладно тебе. Чего смущаешься? Тебе же надо как-то жизнь устраивать, правда? Но сейчас есть более серьезный разговор. Юр, поговорить надо. Хорошо, Игорек. Сейчас Соня уедет и поговорим. Ваше сиятельство. Ромка, удобно. Что? Вдруг кто-нибудь увидит. Ну что, они что, не знают, что мы встречаемся? Или думают, что я твой телохранитель? Знают, но все равно неудобно. Ты что, стесняешься? Похоже, твой папа не так уже и не прав, когда говорит, что для тебя это все несерьезно. Ну, если я считаю неприличным обжиматься у всех на виду, это не значит… А если бы на месте был какой-нибудь магнат, это было бы прилично? Начинается. Извини, я не магнат. Ромка, у тебя комплексы. Да, у меня комплекс нищеброда. А у тебя комплекс принцессы, которая скоро распрощается со всеми своими замками, лужайками и переедет на УАЗике в убогую мальчушку. Или в райский шалаш. Ой, не помешала? А, нет, нет. Как ты можешь кому-то помешать у себя дома? А, ну… Вы, подружки, тут пообщайтесь, а я пойду, что ли, тортик съем. Хотя, если бы тренер узнал, убил бы. Да, он, конечно, милый. Но? Ну, ты же сама не веришь, что у вас с ним надолго. Почему нет? Да ладно, Соня. Это ты можешь перед отцом петушиться, а со мной-то зачем? Послушай, я не сноб, но… Вы же с ним долго не уживетесь. Вы из разных миров, он из деревни. Он не из деревни. Это его родители там росли. А он родился в городе. Но все равно, кто его родители? Какие-то инженеры. Ну что у вас с ним может быть общего? Не знаю, Жень. Он такой сильный. И не потому, что он спортсмен. Просто он очень уверен в себе. И, ты знаешь, он даже ни секунды не сомневается, что я выйду за него замуж. Да-да. Он даже перед папой не робеет, как все остальные. Да, вот это дядя Юра больше всего и бесит. Слушай, а ты не хочешь в Париже остаться? Нет, зачем? Жить на папины деньги. А писать я могу и здесь. Ну, там натура получше. Ну, не скажи, вон, смотри, какие у тети Веры клумбы. Садись и пиши. В спальном районе, где твой Рома живет, таких цветов нет. Да дело не в спальном районе. Не знаю. Жень, я, если честно, Петю не хочу одного оставлять. У него нет ни мамы, ни бабушек. Папа все время на работе занят. Если я еще уеду. Да я, если честно, не хочу тебя отпускать. А где Петька? Они там. Пойдем. Вот, видала? Без подзарядки работают несколько дней. Представляешь? В них и телефон есть, и GPS, а это тревожная кнопка. А знаешь, сколько я могу не дышать? Засекай. Ух ты! Петька, эй, ты давай дыши. Петька, задыши. задохнешься. Петька, я боюсь. Я дольше могу. Только ты сбиваешь. Ого, какая техника. А где такие выдают? А мы в прошлые выходные с папой и тетей Жанной в космопарк ходили. Там продавались. Папа мне сказал, что я обязательно когда-нибудь потеряюсь. Потому что я башибузук. Вот мне тетя Жанна их и купила. А вы с тетей Жанной уже и по паркам гуляете? Она случайно к нам не переехала? Сонь! Соня! Можно тебя на минутку? Так, Петюнь, Глашунь, а побежали вертолет запускать? Вы же хотели? Ура, побежали! Ну, пошли. Послушай, Соня, зачем ты настраиваешь Петю против Жанны? Да зачем ты меня настраиваешь против Ромы и всех остальных? Да кому нужен твой Рома? Ты его на зло мне притащила, да? А ты ее на зло мне притащил. Ее пригласила Вера. Мы вместе работаем. Угу. И потом у меня с ней ничего нет. Но это пока нет, правда, пап? Ну, даже если так. Жанна помогает мне по бизнесу. Ну, поверь мне, она достойная женщина. Она тянется к Пете. Петя любит ее. Ну, что ты против нее имеешь? Я не знаю, просто она мне не нравится. А у меня глаз художника. Господи, нравится, не нравится. Я же не прошу тебя писать ее портрет. Притащила этого. А теперь наезжаешь на меня. А простите, а до этой Жанны? Кто к нам домой притащил актрису из погорелого театра? Значит так. Если бы я ее, как ты говоришь, не притащил, у тебя бы не было младшего брата. А у меня сына. И потом, у Жанны ничего общего нет с этими актрисульками. Знаешь, пап? Ты вот хоть завтра на ней женись, а мне пора ехать. Пока. Подожди, ну давай хоть… Ну езжай, 3 часа будешь добираться на этой таратайке. Зачем я тебя только машины покупаю? Ездишь на чем попало. Пока. Пока. Хорошо тебе долететь. Пока. Пока. Не скучай. Может, ты никуда не поедешь? Полечу. Я скоро вернусь. Квадрокоптер. Мне папа купил. Самый новый. Смотри. Вот. Дай, я сам. Ну ладно. Ну как ты не понимаешь? Ну что ты опять завел свою шарманку? Ну нас 3 тендера мощных на носу, нельзя ослаблять компанию. Что ты опять со своим этим разделением? Юра, у нас с тобой договор. Я имею право забрать свою долю в любой момент. Так? Да тебе же лучше будет, чудак ты человек. Ну мы как минимум 2 мощных заказа на 3 года вперед получим. Да люди десятилетиями это ждут. Нам само в руки идет, как ты не понимаешь. Нужно идиотом быть, чтобы вот придумать разделение. У тебя с башкой проблемы, а у тебя со слухом. Я сказал, что я принял решение. Это мое право. Да ё-моё, да что такое, ну? Какого черта я должен принимать участие в твоих схемах? А такого? Ты забыл просто, откуда ты вылез? И кто тебя сюда привел? Такой торговал в этих своих спортках, шаурмой. Разгорячились они сегодня. Да. Прилично выпили. Петька! Петя! Что, пап? Иди сюда, сынок. Ну, пап… Иди, кому я сказал. Поехали домой. Юра! Нечего нам тут делать. Ну, поехали, быстро, я сказал. Надо же, даже не попрощался. Такого еще никогда не было. Что, так сильно поссорились? Этого нам еще не хватало. Мам, можно я поиграю еще с вертолетом? Хорошо, Глашенька. Игорь! Игорь! Помогите, Женя! Вызывай скорую быстрее! Игорь! Игорь! Кочергу не трогайте! Игорь! Ах! Ну, стойте здесь! Правда. Здесь стой! Живой? Я вызываю скорую. И полицию. Все, все. Живой. Капитан Бекетов, как он? Жив, но тяжелый. Черепно-мозговая травма. Главное его довести, а там уже специалисты. В какую больницу повезете? В 27-ю. Нейрохирург уже выехал. А покажите место. Я должен ехать с Игорем Васильевичем. Молодой человек нам все покажет. Спасибо. Тише, 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 тише. Мама, пойдем. Ну что, пальчики снял? Обижаете. Опа. Это из каминного набора. Угу. Вообще впервые вижу, чтобы олигарха кочергой по голове. Странное орудие убийства. Простого человека можно, а олигарха нельзя. Вообще не похоже на спланированное убийство. Били первым, что попадет под руку. Да, Жанна. Юрий Юрьевич, у нас ЧП. Игоря Васильевича ударили по голове. Как ударили? Я говорю, как ударили? Кто? Сейчас его увезли в больницу, и там оперируют. В больнице? В какой? Я к нему сейчас поеду. Нет, нет, вам не надо приезжать. Вы последний, кто выходил из кабинета. В общем, к вам сейчас направляется полиция. Я позвонила вас предупредить. Понятно. Спасибо. Рано приехали. Придется еще в аэропорту торчать. Давай, ну лучше заранее, мало ли что. Вдруг моя машина по пути развалится. Ром, ну я про машину твою вообще не говорил. Правильно, машина-зверь. Хочешь? До Парижа довезу. Просто хотел развеселить тебя на прощание. Ром, ну ты уже скажешь на прощание. Я же вернусь, я ненадолго. Попробуй мне не вернуться. Приеду в Париж и вывезу тебя оттуда в багажнике. Да ты понял, да? Открывай. Ага. Старший оперуполномоченный Бекетов. Я могу увидеть гражданина Игнатьева? Да, слушаю. Юрий Юрьевич. К вам полиция. Ну, проводи их ко мне. Понял. Пройдемте. Значит, вы утверждаете, что… Да. Я утверждаю, что когда я выходил из кабинета, Игорь был в полном порядке, я уверен. Ага. И вы никого не видели? Да не видел я никого, но мы просто повздорили с ним. Да, поругались, крепко поругались, но чтобы до драки это… А вас никто не обвиняет в драке? Вас обвиняют в покушении на убийство. Что? Вы понимаете, что ему проломили череп? Кочергой. И, выходя из кабинета, вы были последним, кто его видел в здравии. Непонятно, выживет он или нет. Так что вы уж извините, нам придется вас задержать. Подпишите. Да что за… Где? Представь, а мне этот француз предложил замуж выйти. Что? Да? Алло, да, пап? Соня, ты где? Мы уже на месте. Тут такое дело, Игоря по голове ударили. Что? Да, по голове ударили, я не знаю. Ну кто? Вон полиция уже приехала, меня хотят забрать, обвиняют меня в этом, я будто бы это сделал. Господи, пап, я сейчас приеду. Нет, ждите там, я сейчас пришлю к тебе Петю с начальником охраны. Ты заберешь его с собой в Париж, сидите там. Тут явно какая-то грязная игра пошла. Хорошо. Ты не волнуйся, я вызову адвоката и мы все решим. Я думаю, я там не задержусь. У следствия на меня ничего нет, кроме ссоры. Это аргумент. Ну ты запиши телефон адвоката на всякий случай. Да, сейчас ручку найду, подожди, пап. Так, диктуй. 354 41 16. Виктор Алексеевич. Виктор Алексеевич, я поняла. Все, счастливо. Все. Позвоню. Давай, пока. Что случилось? У папы проблемы. Сейчас Петька приедет. Подождите! Подождите! Надо же все выяснить. Да, мы этим и займемся. Жан, послушайте, там у меня в кабинете на столе доверенность на ваше имя. Будете управлять компанией, пока меня не будет. Это недоразумение, я думаю, скоро все закончится. Ну да, вы не переживайте за компанию, все будет в порядке. А где Петя? Что с ним? Я могу забрать его к себе. Петя полетит с Соней в Париж. Так будет… Спокойно. Так, пойдемте. Да не волнуйтесь, все будет хорошо. Скоро закончится. Петя, давай собирайся быстрее. Прошу. Соня, не переживай ты так. Петьку вот-вот привезут. Что ж тут ехать? Да что же это такое? Ром, слушай, может мне не улетать, пока с папой все не утрясется? Ну, перенесут мне эту защиту диплома. Все равно не успокоюсь пока тут. Нет, твой отец прав. Пацана нужно увезти отсюда. Часто у него такие разборки? Ром, ну что ты несешь такое? Мой отец порядочный, нормальный человек, не бандит какой-то. В бизнесе всякое бывает. Мало ли кто под него роет. Пойду принесу тебе кофе. Угу. Это что еще за ерунда? Объезд есть? Объезд есть. На самолет опоздаем. А ну подкати ближе, попробуем договориться. Эй, кто тут старший? Это у вас старшие, у нас начальство. Тут я, бригадир. Еще раз набери начальника охраны. Не отвечает. Слушай, а если они в аварию попали или… Так, все, ладно, поехали. Париж отменяется. А если мы их не найдем? Что значит «если»? Заедем домой, если там никого, будем поднимать полицию на ноги. Инструмент есть? Тебе зачем? Да я, походу, ключ сломал. Ты лошара, а? Ну, лошара! Все, нормально. Учись, пока я жив. Мне такие сейфы вскрывали. Мелкий сбежал! Мать вашу, куда он делся? Ты куда смотрел, лошара? Звони. Алло, тут такое дело. В общем, пацан сбежал. Ну чё, бойцы, как вы могли так облажаться? Короче, пацана найти. Вокруг ищите. Все перерочить, землю носом ройте, но пацана найти, понятно? Понял, делаем. Как сделаем? Что сделаем? Ты что, бросайся под машину, тебе жить надоело? Дядь, отвезите меня на улицу Дворянскую. Вам заплатят сколько хотите. Ну, садись быстрее давай. Начальник охраны вернулся? Нет, не появился. Сам до него дозвониться не могу. Ну, ладно, звоню в полицию. Петя! Иди сюда скорее. Что я вам должен? Что случилось? Спасибо. На нас по дороге какие-то дядьки напали. Всех расстреляли, а меня в другую машину. А потом мне один тряпкой в нос тыкал. Она так воняла. Но я дыхание задержала и типа заснула. А потом сбежал. Так, ясно. Планы меняются. В аэропорт нам нельзя. Здесь, кстати, уже тоже опасно. Быстро в машину. Быстро. Сейчас что-нибудь придумаем. Ты подержись, Кирилл. Давайте еще раз по порядку. Вы вышли из кабинета потерпевшего. Сразу уехали. Ничего и никого подозрительного вы не видели. Да что такое? Ну опять 25. Ну я же говорю, я злой был очень. Не в себе был. Сел в машину и поехал домой. А Игорь остался в кабинете, живой и невредимый. Спокойнее, Юрий Юрьевич. Хорошо. А что вы можете сказать вот на это? На рукоятке кочерги. которые ударили Бондарева по голове, были обнаружены ваши отпечатки. Ваши, Юрий Юрьевич. Как вы это можете объяснить? Ну, не знаю я, как это объяснить. Ну, не знаю. Ну, черт его знает. Кому-то, видно, очень нужно сделать из меня убийцу. Я никогда не видел эту чертову кочергу. Тем более не брал ее в руки. То есть отпечатки каким-то волшебным образом на ней появились? Да это бред какой-то. Ну, бред же. Ну, надо еще раз перепроверить все. Ну, не прикасался я к ней. Хорошо. Вы, значит, продолжаете отдыхать в камере, а мы проверим. Только, Юрий Юрьевич, я думаю, понимаете, здесь вряд ли можно ошибиться. Я прошу прощения, что я вмешиваюсь. Только что поступила информация. На машину, в которую везли сына моего подзащитного в аэропорт, совершено нападение. Охранники убиты. Что? Успокойтесь. А Петька? Что с Петькой? С Петькой что? Успокойтесь. Мальчик сейчас находится с вашей дочерью. Дозвонил ее друг Рома. Ром, у нас же полно друзей. Можно пожить у Холодовых или у Пушковых. Они не откажут. Да и Петя их знает хорошо. Тоже бизнесмены, как и ваш отец. Так себе план. Тогда поход хозяйства. Нет, Соня. Нельзя прятаться в местах, которые хоть как-то связаны с твоим отцом. Даже у меня небезопасно. Вдруг эти люди знают про нас с тобой. Ну и куда нам ехать? Может, к моей бабушке в деревню? А у бабушки, думаешь, не найдут? Стоп! Я вас к тете Лизе отвезу. Это бабушкина подруга. Она живет в соседнем селе. Там точно искать не будут. Да. Что-то у них сегодня не людно. А это что за мордоворот там живет? Это управляющий охотхозяйством. А? Ждем, приедут, никуда не денутся. Пойдемте. Бабуль, привет. Ой, Рома. Здравствуйте. Привет. Здоровайся. Здравствуйте. Проходите. Угу. Что ж ты не предупредил, что с гостями? Бабуль, это моя невеста? Да уж наслышана. Сонечка, да? Да, здравствуйте. А это Петя, мой брат. Ой, Петенька, какой хороший мальчик. Я так рада. Сейчас пойду на стол соберу. Погоди, бабуль. Угу. У нас кое-что стряслось. Я потом тебе расскажу. Я хочу Петьку оставить с тобой, а потом отвезти вас к тете Лизе. Ну, бедному собраться, чтобы подпоясаться, я пошла. Нина Петровна, а давайте я вам помогу, а то мы так нагрянули, вы уж извините. Ну, помоги. Ну что, Петька, видел? Бабуля у меня мировая. Она и тебе будет как бабушка. Ты молоток. Не сдрейфил. Мужиком растешь. Кто это? Что они тетю Пашу? Не знаю, Петь. Ну так бывает. Хорошим людям иногда не везет, а плохим. Но нас хороших все равно больше. А этих сволочей мы найдем и накажем. Проходим. Вот и хорошо. А то и тут одна одичала совсем. Мои-то приезжают раз в год. А вы, ребята, живите сколько хотите. Тетя Лиз, мы с Соней всего лишь на одну ночь. Спасибо. Что? А бабуля с Сониным братом побуду тут немного, хорошо? Лизок, мы тебе по хозяйству поможем. Правда, Петь? Ага, я хоть сейчас. Помогальщик ты мой. Смотри, чтоб со скамейки не свалился. Притомился, да? Ребят, пойду-ка я вам всем сейчас постелю. Спасибо. Хорошо, проверьте дорожное ограждение. Нашел! Вот она. Вот она, красавица. Баллистикам передам. Так, нужно прочесать с этой стороны. Я так волнуюсь за папу. У него сердце слабое. Твой папа крепкий мужик. А насчет тети Жанны, ну не знаю, хорошая она женщина. Спокойная. К Петьке хорошо относится. Может, она сможет заменить ему маму? Ты ведь все-таки ему сестра. Бедный Петька. Такой маленький. А на него уже столько свалилось. У него же шок. Его по-хорошему к психологу надо, а не оставлять с чужими людьми. Ничего. Скоро все образуется. Скоро выйдешь замуж, свои дети пойдут. Ром, вот что ты заладил? Как будто бы все за меня решено. Я вообще-то еще не обещала, что выйду за тебя. Я ужин приготовила, а он даже не разогрел. Да ты что? Он вообще ничего не делает у тебя дома? Ромка. Борька? Бег этот. Здорово. Здорово. То-то, я думаю, фамилия у следователя такая знакомая. Ты к нам пришел? Да. Здрасте. Здрасте. Я его после армии звал учиться. Ему же головой надо работать, не ногами. Был бы уже генералом. Ну, скажешь тоже. Но за приглашение спасибо. Слушай, Борь, мы вот чего пришли. У Сони моей отца задержали, Игнатьева. Ага, вот как. Так вы, значит, Софья Юрьевна? Да, я Софья Юрьевна. И мой отец никого не убивал. Ага. Сын, скажите, а что вы знаете про ссору вашего отца с Бондаревым? Да ничего. Мы же уехали, когда они поссорились. Все. Может быть, вашему отцу кто-то мстит? Просто за удар по голове постреляли охрану. Да, с такой скоростью отреагировали. Не думаю. Скорее всего, какой-нибудь влиятельный конкурент решил воспользоваться ситуацией. Есть у твоего отца такие, Соня? Вы так говорите оба, как будто бы уже доказано, что это папа его ударил. Боря, а что конкретно у тебя есть на Игнатьева? Да, весь набор. Пожалуйста. Печатки пальцев. Микрочастицы кожи, ДНК, ну, сам посмотри. А тут все ясно, мы взяли записи с камер видеонаблюдения. Попасть на территорию незамеченным почти невозможно. Это Игнатьев, вы уж простите, Соня. Подожди, а камера везде доступна? Слепые зоны есть? Ну, чисто гипотетически можно попасть на территорию через душник подвала, возле забора. Ну вот. Да, но... Пришлось бы пройти через весь дом, через комнату отдыха, дверь кабинета. В общем, сам подумай. А я и подумаю. Ладно, дашь разрешение на встречу с Игнатьевым? Да, это пожалуйста. У вас есть 5 минут. Папа! Соня. Пап, ну как ты? Я нормально. Как там Петька? Где он? С кем? Он у моей бабушки в деревне. Она присмотрит. Спасибо вам, конечно, Роман, за вашу заботу, но О своем ребенке мы как-нибудь сами позаботимся. Папа. Это наше дело, семейное. Папа. Это, Юрий Юрьевич, уголовное дело. А своими силами вы вчера уже его защитили. И чем это закончилось? Рома. Ну ты-то веришь, что я Игоря пальцем не трогал? Пап, ну конечно да, ну что ты такое говоришь? А кочергу вы в руки брали? Нет. Я помню, что Игорь приобрел 2 каких-то там набора уникальных. Предлагал мне один, но я отказался. Пап, ты вспомни, может быть, ты где-то разжигал камин недавно. Неважно где, просто вспомни. Да не помню я, Соня, ну не помню. Слушай, вот что, послушай. Вам с Петей необходимо уехать из страны. Нет. А я говорю, да, здесь небезопасно оставаться. Пап, я никуда не поеду, пока не закончится эта история. Даже речи быть не может. Лучше скажи, может быть, это Олег опять? Как ты считаешь? Какой еще Олег? Я потом тебе расскажу. Не надо ничего рассказывать. Нет, не Олег. Нет ему резона подставляться. Я его приструнил. Все документы у меня в кабинете, так... Ты на выход. Ты держись, пап. Держись. Олег Сергеевич, вы просили сообщить. Игнатьев КПЗ, но, похоже, его надолго закроют. Ну, дождались. Пора действовать. Не понимаю я твоего отца, Соня. В камере сидит, а все в семейные тайны играет. Надо же все варианты рассматривать. Давай, рассказывай, кто такой этот Олег? Ну, был такой, бизнесмен тоже. Они с папой хорошо общались, он даже дома у нас бывал. Вот. А потом он решил прижать отца, забрать у него бизнес. Но это давно было, я еще девчонкой была, и Петя тогда еще не родился. Папа ко мне охрану даже представлял. Ну, а потом он нашел какой-то компромат на Олега, и все, тот стал тише воды, ниже травы. Хотя, может быть, я чего-то не знаю. Понятно. Слушай, а что там с этой кочергой? Я не понимаю, правда. А ты не помнишь на клейме кочерги? Что там было написано? Точно. Это была фамилия, я же зарисовала. А ну, покажи. Вот, смотри. Золотов. Угу. Клеймо мастера. Надо в интернете посмотреть. Если он такой известный, как папа говорит, значит, про него точно что-то есть. Давай. Так. Смотри. Каминные наборы. Ну, дай-ка я гляну. О, вот этот набор. Бизнесмен Игорь Бондарев. Тут написано, что этот Золотов сделал всего 2 таких набора. А где второй, там не написано? Охотхозяйство Дубрава. Наш охотничий домик? Именно. Домик принадлежит компании твоего отца, и он там часто бывает. Соображаешь, куда клоню? То есть чисто теоретически папа мог оставить отпечатки там? Поехали. В заключение хотела бы понять, почему не продлен контракт с Уралмагнумом на поставку сырья. Господин Романов, мы вас слушаем. Мы ведем переговоры уже вторую неделю. Сейчас они, так сказать, застопорились по объективным причинам. По каким, позвольте узнать? Пожалуйста. Руководство Уралмагнум все время переносят встречу. Я думаю, что они в курсе тех проблем, которые сегодня в холдинге. Разве в холдинге проблемы? Нет, они у вас, господин Романов. Если вы не можете продлить контракт со старым партнером фирмы. Сумма контракта, я полагаю, она всем известна. А договор истекает через 3 дня. И если этот вопрос не будет сегодня решен, то его решу я. А заодно вопрос о вашей профпригодности, господин Романов. Знаете, я в компании со дня ее основания. И Юрий Юрьевич всегда мне доверял. Да, вот именно. Это прекрасно. Но сейчас решение принимаю я. Это всем понятно? Я не слышу. Мне понятно. Вот и отлично. Заседание окончено. Всем спасибо. Софья Юрьевна, давненько вы нас не навещали. Здрасте. Вы с гостем? А это Рома, мой друг. Мы ненадолго, мы не в гости. Вообще-то, Софья Юрьевна, мы в этот зал только начальство пускаем. Угу. Вот папа ваш был. Ключ найду. Секундочку. Много дверей. Зачем ключи? Замок сломан. Точно. Странно. Посмотрите, пожалуйста, что-нибудь пропало. Вроде все на месте. А кто поставлял этот домик? Вы сами? Ну что вы, это Игорь Васильевич. Он и мебель, и декор, и с дизайнерами общался. А это? Тоже Бондарев? Конечно. Это мастер известный. Просто чудо-кузнец. Это Игорь Васильевич говорил. А Игнатьев Юрий Юрьевич давно сюда приезжал? Недавно. Недели 2 буквально. С Игорем Васильевичем как раз. У меня в журнале отмечено, я могу посмотреть. А камина не топили? Ну, дым из трубы шел, так что камин точно топили. Они долго сидели, все коньяк пили. Ну, а замок кто сломал? Ну, может, видели кого подозрительного? Ну, охранник говорил про какого-то хренастого грибника. Я все сделаю, как нужно. Девушка, я могу видеть господина Веснина? Это возможно? Аркадий Ермолович занят. У него очень плотный график. У него будет окно на следующей неделе. Вы меня не поняли, девушка. Я должна встретиться с вашим шефом сегодня. Сейчас. Я представитель Игнатьева, и думаю, Юрию Юрьевичу не понравится, если вы представителю откажете во встрече. Я посмотрю, что можно сделать. Подождите минуту. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Здравствуйте, Аркадий Ермолович. Я уполномочена вести все переговоры от лица Игнатьева в его отсутствие. Жанна Леонидовна. Уважаемая, ваше личное присутствие ситуацию не изменит. Я в курсе того, что произошло. Бондарев в коме, Игнатьев в СИЗО. А ваш холдинг на ладан дышит. Продолжения контракта не будет. У меня производители за сырьем в очередь стоят. Вам решать. Вот. Подсчет будущих потерь вашей компании за год. При отсутствии контракта с промашхолд инвест. Полюбопытствуйте. Что? Да. 18%. В ближайшие полгода никто из тех, кто стоит к вам в очередь, сырье в таком объеме, как мы, покупать не будет. А флагманский завод наших ближайших конкурентов, как вам известно, встает на реконструкцию уже через месяц. Или вы не в курсе? Да. Умеет Игнатьев персонал подбирать. Молодец. Потому давайте мирно и взаимоприятно продлим предыдущий контракт. Это выгодно всем. А Игнатьев лично встретится с вами. И вы обсудите ближайшее сотрудничество. На новых, возможно. Я подчеркиваю, возможно. Условиях. Боюсь, что и следующие переговоры мне придется проводить с вами, Жанна Леонидовна. Борь, мы узнаем, что там суд решил с мерой пресечения для Игнатьева. В общем, решено перевести Юрия Юрьевича пока в СИЗО. Я сам надеялся, что его переведут под домашний арест в связи с новыми обстоятельствами. Ну как же так? Ну почему? Я не знаю. Я не в силах, правда. Ладно, мы это потом выясним. Борь, слушай, давай вернемся к этой злосчастной кочерге. Сайт этого Золотова, он очень хорошо раскручен. Узнать о двух идентичных наборах нет никаких проблем. Игнатьева явно подставили. Ты это понимаешь? Ром, это все домыслы. Нужно увязать факты. Да что увязывать, смотри. Охранник из хозяйства вспомнил, что на днях он видел, что у дома крутился какой-то там грибник. Так вот этот грибник либо сам, ну может им кто-то помогал. В общем, кто-то проник в дом и забрал кочергу с отпечатками Игнатьева. Потом этот кто-то с этой же кочергой проник в дом Бондаревых. Дождался, пока Игнатьев выйдет. Ну, короче, он ударил его кочергой из хозяйства, а бондаревскую кочергу отвез обратно в охотничий домик. Соображаешь? Это все из области какой-то фантастики. Покажи ему. Смотри, Борь. Следы взлома на замке в охотничьем домике. Ром, ну ты не юрист, не понимаешь. Это фото для суда, не аргумент. Оно даже не может быть принято как косвенное доказательство. Понимаешь? Извините, я сейчас вернусь. Соня, ты куда? Да, я слушаю. Сонечка. Добрый день. Олег Сергеевич беспокоит. Помнишь меня? Да, я вас помню. Вот славно. Сколько лет не виделись? Ты еще малышкой была. Детка, у нас с тобой проблемы. Предлагаю решить их по-доброму. Чего вы хотите? Не так уж много. У твоего папы лежат кое-какие бумаги. Они ко мне имеют некоторые отношения. Я бы очень хотел их получить. Что? Значит, это вы? Давай, без лишних эмоций. Мне нужны эти бумаги срочно. Я не отдам вам документы, пока вы не выпустите папу из СИЗО. Ну, хорошо. Значит, ты точно знаешь, где они. Ты меня не поняла, девочка? Ты с кем вздумала торговаться? Короче, жду бумаги, времени у тебя час, иначе Игнатьев вообще оттуда не выйдет, только вперед ногами. Это он пока в одиночной камере. Пока! Я ясно выразился? Сонь, вашего отца перевели в общую камеру. С соответствующим контингентом. Это как так получилось? Я понятия не имею, это решение начальства. Нужно что-то делать, ему просто нельзя там находиться. Я сейчас вернусь. Мне нужно уехать. Сонь, ты куда? Отвезете? Ладно, я сам позвоню адвокату. Борь, организуешь встречу с Игнатьевым в СИЗО? Да, конечно. Спасибо. Стоять лицом к стене. Проходим. Здрасте. Ух ты. На костюмчике. Ты типа местный олигарх? Я буду признателен, если вы укажете, где мне расположиться. Шконки все заняты. Пальмы тоже. Хорош понты гонять. Леса, уступи пионеру шконку. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вот кое-какие вещи принес. Хорошо, спасибо. Вам дочка сообщила? Нет, мне позвонил этот парень. Роман. Знаете, он Он очень близко к сердцу принял ваши проблемы. Но до такой степени, что уже они с вашей дочерью кое-чего накопали, как мне сказал следователь. Ну-ну. Лучше бы он подальше держался от меня и от моих проблем. Почему? Сейчас любая помощь для нас важна. Почему? Да потому что я не верю ему. Очень немногие знали, что я Петю отправляю к Соне в аэропорт. Из тех, кто там был, все люди проверенные. Только он непонятно откуда выполз. Да ну нет, это совершенно несправедливо. Несправедливо, скажу даже глупо. Он был вхож в вашу семью. У него было миллион других способов выкрасть ребенка. Но сейчас Петя у него. Сейчас Соня звонит мне и говорит, что ребенок в относительной безопасности. Значит, это уже не есть проблема. Значит, я разговаривал с начальником, ну, спросил его. На каком основании мой подзащитный переведен вами? Он стал кричать, мы все равны перед законом, закон один для всех. А глазки-то бегают. Понятно, надо думать, заказ оплачен. Да уж надо думать. Да, слушаю. Здравствуйте, из ЗАГСа вас беспокоит. Петр Юрьевич Игнатьев, 2009 года у вас проживает? Петя, да, что? Его отец, Юрий Юрьевич Игнатьев, заказывал копию свидетельства о рождении. Можете забирать, все готово. Копию зачем? Ну откуда я знаю зачем? Ну мне не докладывают зачем. Мы сделали, забирайте. Да, хорошо, я поняла вас. Давайте вместе пофантазируем, кому это выгодно, кто за этим стоит, как вы считаете? Да я уже сам всю голову сломал. Выходит, кроме Олега некому. Он из-за этих бумаг столько людей пострелял, страшно подумать. Но я думал, мы все разобрались, но оказывается нет, не все. Короче, я решил отдать этот компромат следователю. Пусть органы с ним разбираются. Вы сможете бумаги привезти? Я вам записку напишу, где они. Да-да, конечно. Как говорит нынче молодежь, легко. Ну что, всего доброго. Держитесь. Алло, да, Олег. Документы у меня. Все, еду. Куда она уехала? Не знаю, взяла коричневую папку, поехала куда-то. Она с кем-то говорила? С кем-то Олегом по телефону. Я тут через поле на шоссе выскочу? Да, выскочу. Эта мышь об Веснина точно зубки обломает. Он и не таких обламывал. Да. Знаешь, сам Игнатьев с ним с трудом справлялся. Да, Ермолаевич, конечно, крут. Но у него все козыри на руках. Он главный поставщик сырья. Да. И баб в бизнесе на дух не переносит. Да, но если контракт не будет продлен, мы можем поставить вопрос на совете директоров об отстранении этой мыши от управления холдингом. Точно. И исполняющим обязанности назначит кого-то из нас. А мы на этом собаку съели. А ты что ли на его место метишь? А у тебя есть какие-то другие кандидатуры? Ну, я, например. Смешно. Прошу. Контракт с Уралмагнумом подписан. Займитесь проведением договоров. Геннадий Борисович, вы меня поймите, дорогой мой. Я хочу серьезную операцию, чтобы хорошо выглядеть. Геннадий Борисович, пациент пришел в себя. Извините. Да. Жанна Леонидовна. Здравствуйте. Это начальник охраны Игоря Васильевича. Он пришел в себя. Прекрасно. Замечательная новость. Я скоро приеду. Спасибо, что позвонили. Но боюсь, что сейчас вы не сможете с ним поговорить. Ему сообщили о том, что машина с охраной Игнатьева была расстреляна. Поэтому он попросил, чтобы следователь приехал в больницу. Может, Игорь Васильевич что-то вспомнил, и Игнатьев наконец выпустит? Возможно. До свидания. До встречи. Ну что, какие новости? Бондарев пришел в себя. Да ладно. Слава Богу. Но это не отменяет необходимости работать. Давайте, чтобы к завтрашнему дню документация была готова. Слушаюсь. Я жду. Разрешите исполнять? Исполняйте. Соня! Откройте! Соня! Добрый день. Вот Юрий Юрьевич передал. Ходите. Благодарю. Славная девочка. Давай. Давай, давай. Соня, это он? Это Олег? Рома, не отдавай ему документы. Не отдавай ему документы. Придержи коней. Ай-яй-яй-яй. Нехорошо нарушать договоренности. Я ни с кем не договаривался. Так. Ну вот, другое дело. Сейчас мы этот вопрос закроем навсегда. И дядя Олег будет спать спокойно. Все. Доволен? Получил, что хотел? Зачем нужно было разыгрывать эту многоходовку с посадкой Игнатьева? Это не ко мне. Я в эту игру не играю. Что? Девочка, я не при делах. Просто свой человек шепнул, что Игнатьева взяли. А пока он присел, надо было шевелиться. Вдруг ему в голову стукнет, что это я его подставил. И он сольет это органом. Ну зачем мне такой головняк? Ну вы же сказали, я думала, что… Боже мой, что теперь будет? И это не ко мне. Ладно. Гуляйте, детки, вы мне больше не нужны, впрочем, как и игнатьевский бизнес вместе с Бондаревым. У меня свои ставки. Подождите. Но если это не вы все заварили, тогда кто? Слушай, ну давай только без этих соплей, я терпеть этого не могу. Олег, документы в обмен на информацию. Это честно. Детки, любопытство – большой порог. Ладно. Есть один человек, крупный игрок в бизнесе. Он на Игнатьева наехал года 3 назад. Тот ему жестко обратку дал. Ну, я в их разборку не встревал, не мои дела. А вот он мог. Встал на паузу. Просто и вдавки. Как его зовут? Какой любопытный. Ты у Игнатьева спроси. А я пока в стороне постою. Мне светиться резона нет. Пойдем. Пойдем, пойдем. Почему ты мне ничего не сказал? Трудно было позвонить? Он мне дал час времени. Я очень испугалась, понимаешь? Подумала, что папу убьют в тюрьме, если я ему эти бумаги не отдам. Тут еще Боря про эту камеру сказал. Что мне было делать? Посоветоваться со мной, раз мы уже вместе взялись за это дело. Алло. Да, слушай. Я знаю, что документов в сейфе нет. Нет, их уже вообще нет. Послушайте, я потом все объясню. Вы лучше скажите, у папы были какие-то конфликты в последнее время? Я не знаю, о каких конфликтах идет речь. Об этом вы спросите своего отца напрямую. Соня, но эта история с бумагами? Да, Юрий Юрьевич будет очень недоволен. Он хотел использовать эти бумаги для своей защиты. Я поняла вас, да. Нет, я сама ему все объясню. Да, спасибо. До свидания. Папа хотел компромат передать в полицию. Ну, как Олег и предполагал. Ну, теперь твой отец нам устроит. Ну, что ты меня пугаешь, устроит? Я хотела помочь, хотела сделать как лучше. Тогда почему ты меня не предупредила? Ах, ну да, я же просто друг. Ром. И то друзьям больше рассказывают. Ром, прекрати, пожалуйста, я ничего нарочно от тебя не скрывала. Да вы просто с папой считаете, что я глупая девочка. А я взрослый человек и сама могу принимать решения. Да, только что уже приняла. Приняла. Молодец. Я знаю. Ладно, успокойся. Нам нужно срочно выяснить, что это за бизнесмен, о котором говорил Олег. Он мог и собрать. Не мог он, зачем ему это? Он получил то, что хотел. Сонь, ты рассуждаешь как нормальный человек. А у этих людей, у них своя логика. Так, ну что, тогда в СИЗО? Все равно придется папе признаваться. Может быть, он что-то знает. Езжай. Мне за твоей ракетой не угнаться. Ром! Ладно, все, проехали. Ладно, встретимся там. Потом поедем к Петьке навестим. Петьке на твоей? Конечно, на моей. Твоя по нашим ухабам не пройдет. Девочки, ну время. Поторапливаемся. А папа себя хорошо уже чувствует? Пока не очень. Мы буквально на минутку заскочим, и все. Ему еще тяжело говорить. А я вот ему рисунки везу. Ох, какая ты у меня молодец. И письмо, чтобы поправлялся. Ты умница наша. Спасибо. Ему будет очень приятно. Ну все, давайте, поехали. Мам, глянь-ка назад. Что там? Этот микроавтобус за нами от самого дома едет. Может, показалось? А что такое? Глашуль, погоди, посиди спокойненько, хорошо? показалось. Но сейчас проверим. Прибавь скорость. Угу. Видишь, не отстает. Да. Мам, разворачивайся, поехали обратно. Да, сейчас. Давай обратно. Я скорее, сейчас. Слышишь? Глаша, Глашенька, все, иди домой. Глаша, ты, пожалуйста, я не знаю, скажи, что в холодильнике я разрешила взять мороженое. Так, надо быстро кому-то звонить. Кому? Кому? Жанна, Жанночка, это Вера, здравствуй. Жанна, мы хотели к Игорю съездить в больницу, он в себя пришел. Да, мы только выехали из дому. И за нами машина ехала, я не знаю, какая-то большая темная машина. Я за Игоря очень волнуюсь. Да, я знаю. Я совсем не понимаю, что делать, я не понимаю. Пока надо сообщить его охране в больницу. Хорошо, я сама позвоню. Да. А еще сделайте вот что. Так-то и говорят, большой человек-то на воле. А ты, я так понимаю, здесь? Молодец, что не гнешься. Я за многими в камере сидел. Были покруче тебя, но раскисали на раз. Старый я, чтобы киснуть. Выбираться отсюда по-любому надо. Боишься, что фирму твою золотоносную отожмут? Да черт с ней, с фирмой, я за детей своих боюсь. Тот, кто меня здесь закрыл, он уже пытался украсть моего ребенка. И он не остановится. А какой с меня толк, когда я здесь за решеткой сижу? А ты лучше подумай, какой толк тому, кто тебя сюда засадил. Ты думаешь, что он просто хотел, чтобы ты чутка посидел? Ну да, для этого тебя, крутыша такого, в общую камеру запихнул. Ну да. Ну, допустим, я тебя понял. Что посоветуешь? Какие тут советы? Сиди тихо, не высовывайся, на рожон не лезь. Здорово. И тебе не хворать, показывай. Вот он, красавец. Игорь Васильевич, вижу, у вас же посетители. Я на минуту забежала. Мы так рады, что Игорь Васильевич пришел в себя. Может, вас? Да. Мне позвонила Вера Бондарева. И она собиралась приехать сюда в больницу. А подруги не увидели, что кто-то им сел на хвост. Угу. Они запомнили, какая машина? Нет, номера они не разглядели. Темный микроавтобус. Почему же ничего не сказали? Я бы им выделил охрану. Я всех перевезла в мой загородный дом. Там есть охрана. Это хорошо. Хорошо, спасибо вам. Я бы хотел поговорить с Игорем Васильевичем. Да, да, конечно. Я ухожу, не буду вам мешать. Игорь Васильевич, я вас покидаю. Я заеду к вам, когда вы сможете поговорить о делах холдинга. Вы не волнуйтесь, у нас все отлично. Все работает как часы. Держитесь. Выздоравливайте. Так. Ну что, давайте сразу о главном. Похоже, только девочка совершенно спокойна. Глаша? Она обожает ездить в гости. Очень правильный подход. Вот и вам нужно расслабиться и успокоиться. А вы, простите, кто? Психотерапевт? Лучше. Я Кирилл, каменная стена. Всевидящее око и залог вашей безопасности. Сколько у вас имен? Выбирайте любое. А могу я узнать, как вас зовут? А зачем? Разве это необходимо для моей безопасности? Ну, конечно. Тяжело охранять людей без имени, можно с кем-то перепутать. Женя, идешь? Значит, Женя. Евгения Игоревна. Игоревна? Я запомню. Кто вас ударил? Игнатьев? Понимаете, я не могу это утверждать. Я этот момент не помню. Нет. А что вы помните? Я помню, мы разговаривали с Юрой. Спорили, кажется. А потом… Потом провал. Игорь Васильевич, вы меня сюда пригласили. Видимо, что-то вспомнили и хотели чем-то поделиться. Все так. Вы извините, я… Что-то промелькнуло в памяти, показалось, что важное. А теперь я и этого не помню. Правда, простите, что я вас попусту побеспокоил. А, голова кружится и болит, зараза. Вам врача вызвать? Нет, нет, спасибо. Ну, хорошо. Вы тогда выздоравливайте, если что вспомните, дайте знать. Хорошо. Гражданин Луков, у вас 15 минут на разговор с адвокатом. Мне хватит. Как дела? Как сажа бела. Сам не знаешь. Значит, смотри сюда. Срисовал мужика? Я его еще утром срисовал, когда его в наш аквариум запустили. Кончать его надо. Я понял, я не фраер. Сегодня кончать надо. Ой, Петенька, как ты красиво сложил. Ну, просто как настоящий мужик, хозяин. А я тебя обрадую. Ромка звонил. Они сегодня с Соней приедут. Отца навестят, а потом приедут. Скучаешь по ним? Я скоро вообще один останусь. Мамы у меня нет. Сонька в Париж свою едет. А папа в тюрьме. Да ладно тебе. Сестренка твоя из Парижа вернется, ей скоро замуж выходить. За Ромку. А Ромка, он знаешь какой? А твоего отца отпустят. Ты не переживай. Здорово, братва! Алло! Ты чё, поршня раскидал? Баклан! Погаси! Лови! Как-то так. Ром, я дозвонилась Вере. Они поехали в больницу, а за ними погнались. Кто погнался? Я не знаю подробностей. А Жанна их спрятала у себя, это на Сигнальном шоссе, нам будет потом заехать. Мы к Игнатьеву. Вот разрешение. Отменили все разрешения. Посещение запрещено. Что? Почему? Временно. Так что случилось? Почему запретили? Не положено. Дружище. Моей невесты, тут отец, у него больное сердце. Может, ты все-таки по-человечески объяснишь, что произошло? Какие-то криминальные разборки. Вроде кого-то порезали. Кого порезали? Мне не докладывают. Рома. Рома, что если… Погоди, не психуй. Сейчас Борю наберу. Черт, вне зоны. Хорошо, я сейчас к нему поеду и все узнаю. Рома, это Олег. Это Олег, я уверена, он взял бумаги, а сам папу специально перевел в общую камеру. Рома, все было построено, папу убили. Господи, пожалуйста. Сонь, ну-ка не истери. Почему сразу убили? Дружище, кто-то погиб? Да ты что, если кого-то грохнули? Я бы тут с вами не беседовал. Ну вот видишь, все живы. по-другому, я чувствую. Сонь, успокойся. Давай рассуждать разумно. Что тут рассуждать, Ром? Быстро езжай к своему следователю, пусть он все объяснит. Пусть расскажет, сколько ему заплатили, чтобы отца в общую камеру посадили. Да ты что? Борис отличный парень, честный. Да мы с ним в армии 2 года бок о бок. Я ему как себе верю. А тебе можно верить? Мы с тобой полгода знакомы, откуда мне знать? Может, ты специально со мной познакомился, чтобы поближе к отцу подобраться и его убить? Соня, я, конечно, все понимаю. Ты за папу боишься. Все-таки иногда думаешь, что ты говоришь. А, ну да, конечно. Я же неразумный ребенок, да, я же никогда не думаю. Это вы все умные. Значит так, Рома, спасибо тебе, но дальше я справлюсь сама. Съезжу к тете Вере, а потом заберу Петю. Соня, я же помочь хочу. Отстань от меня, хватит! Подожди. Сонь! Да. В рубашку мужик пролился. Даже перекарт не задела. Но кровопотеря большая. Поправь мне повязку. Тампон. Сушим. Давление. 110/60. Пока держим, не опускается. Ну, дай бог и не опустится. Вроде все. 2 зажима по краям и шьем. И шьем. Давай. Здрасте. Прошу прощения, вы к кому? А я к Жене. Это ко мне, это моя подруга Соня. Ах, ну если к вам, Евгения Игоревна, тогда, конечно, прошу. Женька. Привет. Привет. Женя, а где Вера? Она спит. Перенервничала очень, успокоительного выпила. Ладно, тогда подожду. Мне просто очень нужно с ней поговорить. Ну а как Игорь Васильевич? Вы звонили ему в больницу? Врач сказала, что уже лучше. Мы так переволновались. Какой-то сон кошмарный. Даже не верится, что это происходит. Ну а вы-то сами как, устроились? Да, все просто отлично. Скромно, но очень удобно. Всем хватает места. Ну, да. И ты знаешь, все с таким вкусом сделано. Ну, Жанна так одевается невзрачно, что я бы никогда не подумала, что у нее такой дом. Я смотрю, Глашка тоже освоилась, да? Да, Жанна разрешает ей играть где захочет. И вообще, ты знаешь, Жанна такая молодец. Сразу организовала вип-сервис папе в больнице. Нам помогает. Компания работает. Да, Жанна действительно молодец. А я смотрю, ты тут тоже не скучаешь, да? Столько кавалеров из нашего круга. Милый парень, только что у тебя с ним общего? Ну, да брось. Может, останешься поужинать? Может, и останусь. Слушай, Жень, я хотела поговорить. Жень, послушай. Я понимаю, тебе сейчас трудно, но... Ты же не думаешь, что это сделал мой папа? Жень, они столько лет вместе работают. Мы с тобой с детства вместе. Петя с Глашей дружит. Но не мог он этого сделать, ты понимаешь это? Ну, конечно, не мог. У дяди Юры характер не сахар, но если бы он ударил моего папу, он бы не сбежал. Да. Он бы честно во всем признался. И это уж точно. Извини. Поругались? Может, и зря я наговорила ему. Но он сам виноват. Вот что он со мной, как с маленькой? Привет. А, ну, наконец-то. Я уже думал, ты от меня бегаешь. Телефон не отвечает. Угощайся. Я был в СИЗО. Покушались на Игнатьева. Кто? Никита Вуков. Тебе это ничего не скажет. И что с Юрием Юрьевичем? Заточка прошла возле сердца, ничего важного не задела. Ни черта себе история. Где он сейчас? В реанимации? Да. Но потом вернут его обратно. Теперь ты понимаешь, что вся эта история с Игнатьевым не без подвоха. Вот Соня как чувствовала? Как-то ты странно печешься в этом олигархе. Хочешь в совет директоров попасть? Шутка. Вижу, что любишь. Она тебя тоже любит? Тоже шутка. Соня не отвечает. Ну и характер. Борь, нужно колоть этого Лукова. Только через него мы выйдем на заказчика. Это непросто. У Лукова два убийства. Но сам подумай, что ему этот Игнатьев? Семечки. Плюс он не будет терять авторитет. И если даже он расколется, ему просто не дадут дожить до суда. Понятно. Ладно, пойду работать. Постой, ты не помнишь, куда эта Жанна Бондаревых перевезла? Соня к ней направлялась. Хочу поехать ей навстречу. А, есть адрес, да. И телефон Веры дай. Ну так возьми телефон и поговори с Ромкой. Не сейчас. Потом извинюсь, когда все закончится. Сейчас все это не важно. Мне теперь некогда во все это играть. Я должна защитить отца и Петьку. Дед Сонь, а вы же увидите Петьку, да? Да, Глашунь. А ты что, уже соскучилась? А вы можете ему, пожалуйста, передать, что я теперь точно знаю, как управлять вертолетом? Я инструкцию прочитала. Вот. А каким вертолетом? Радиоуправляемым. Ей папа подарил, мы видео записывали. Мы хотели фильм сделать. Я ничего не поняла. Помнишь, когда вы уезжали, мы квадрокоптер запускали? Да. Так вот, в нем есть камера, которая все пишет на карту памяти. Ну, мы сверху наснимали все окрестности, вот только не успели смонтировать. А потом папа заболел. Так, подождите, видеосъемка? А где сейчас квадрокоптер? Дома, наверное, а что? Глашунь, а хочешь, я за ним съезжу и тебе его сюда привезу? Очень хочу. Будет сделано. Спасибо. Соня, я так рада вас видеть. А вы что, никуда не уехали? Ну да, Париж отменился. А Петя? Он здесь с вами? Нет. Жаль. Такой чудный мальчик. Если надо, я его могу тут поселить. А, нет, нет, спасибо. Он в надежном месте, с ним все в порядке. Ну, слава богу. А как папа? Вы у него были? Ну да, папа держится. Спасибо, я передам, что вы спрашивали. Здравствуйте, Жанночка. Здравствуйте, Вера. Я наконец-то выспалась. Конечно, может быть, это все таблетки. Жанна, спасибо вам, дорогая. Я вам так благодарна, что вы нас приютили. О чем речь, Вера? Этот дом ваш. Пока весь этот ужас не кончится, он в полном вашем распоряжении. А вы не будете против, если я сегодня в город не поеду, а переночую тут, у вас? Что вы, дорогая моя, дорогая. Ой, боже мой, спасибо вам. Это ваш дом, это мы. У вас в гостях. Ну тогда, дорогие мои гости, пройдемте в чайный домик, и я угощу вас чаем. Китайский, белый, и только я одна знаю, как его готовить. Я обещаю, что через 15 минут я поражу ваше воображение. А можно я пойду с вами, посмотрю, как приготовить это чудо? Конечно, идемте. И я. Идем. Вер, ну как вы? Вам получше? Угу. Ничего, я держусь. Я за Игоря очень волнуюсь. Да, Женя сказала, что ему полегче стало. Да. Тетя Вер, у меня один очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не помните, у папы и дяди Игоря был какой-то конфликт в бизнесе 3 года назад? Я не знаю, какой-то конкурент или бизнесмен, видимо. 3 года назад? Угу. Ну, я помню те времена. Игорь очень нервничал тогда, и мы часто ссорились. А вот потом все как-то так само собой улеглось, успокоилось. Единственное, что Игорь говорил, что это из бывших бандитов какой-то человек. А фамилия? Если бы я знал ни фамилии, ни имени. Только знаешь, что у этого человека есть какой-то благотворительный фонд. И реклама этого фонда до сих пор идет по телевидению. Так что можно, знаешь, каналы полистать, посмотреть. Ага. А, кстати, можете, пожалуйста, позвонить в свою усадьбу и предупредить прислугу, что я заеду за квадрокоптером Глашкиным? Я потом все объясню. Очень нужно. До свидания. До свидания. Алло? Вера Петровна, здравствуйте. Это Роман, помните? Здравствуйте. Да. Скажите, а Соня моя уже уехала от вас? Да, только что. Вроде попал. Не выныривает. Надо боссу сообщить. Может, лучше проверить, прыгнуть? Прыгнуть? Хочешь, сам прыгай, а я туда не полезу. Надо было получше машины спрятать. Найдут ведь. Да кто ее тут внизу искать будет? Соня! 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 Сонь! Подожди, 5 минут, я тебя сейчас вытащу, Сонь! Сонь, я бы тебя и на Луне, я бы тебя и на дне Мариинской впадины нашел бы. Ну все, все, все закончил. Сейчас будем выбираться отсюда. Сонечка. Рома, прости меня, пожалуйста, я такая дура была. Что ты? Я не знаю, что на меня нашло. Ну что ты? Ну как я могу на тебя сердиться? Ты же мое сокровище. Ну все, успокойся. Соня, как ты здесь оказалась? Я ехала от Веры и увидела бревно на дороге. Да, да, я видел. Потом там двое, они кинулись на меня. Я убежала в лес и добежала вот до этого места. И тут обрыв, я прыгнула, потому что они бы меня убили. Все, все. Рома, они бы убили. Мне так страшно было. Ты моя молодец. Ты молодец. Прости меня тоже, ладно? Что я с тобой как с маленькой. А ты у меня какая сильная. Какая ты у меня смелая. Ну все, все. Теперь я тебя одну никуда не отпущу. Ты морды их запомнила? Нет, конечно, нет. Я так бежала, я очень испугалась. Все, давай выбираться. Давай выбираться. Кстати, Вера вспомнила про конкурента, про которого Олег говорил. Только она фамилию его вспомнить не смогла. Сонь, давай это обсудим, только попозже. Сначала я отвезу тебя к врачу. Ром, не нужен мне никакой врач. Точно? Да. Тебя ничего не болит? Ну, только честно скажи. Ну, коленка немного и локоть содрала. Так что ну, все нормально. Ладно, садись в машину. А давай я за тобой на своей поеду, не бросать же ее здесь. Вот именно бросать. Пусть они пока думают, что ты погибла. Мы шум поднимем, ну, якобы тебя ищем. А ты пока у бабушки моей. С Петькой пересидишь. Ром, да нельзя мне сидеть. Папе нужна помощь. Ну, ты не понимаешь, что они снова попытаются тебя убить, если узнают, что ты выжила? Сонь, ну давай действовать разумно. Я везу тебя в деревню. Ну, хорошо. Только сначала мы поедем за коптером. За каким еще коптером? Это вертолет такой, игрушка с камерой. Петька игрался как раз тогда, когда было покушение на Бондарева. Может быть, эта камера и сняла все, что происходило вокруг. Понимаешь? Твоя взяла. Едем в усадьбу Бондаревых. Ром, я с тобой пойду. Нет, оставайся тут. Ром, послушай. Соня, пожалуйста, давай договоримся. Ты у нас голова, а я ноги. Ты сиди здесь и думай, а я побежал. Сонь. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, сразу не услышал. А вы к кому? Я по поводу коптера. Какого коптера? Вам разве не звонили? Вера Петровна должна была предупредить. Так Софья Юрьевна должна была приехать. Но она не смогла. Попросила меня. А я помню, вы у нас недавно были, да? Да. Я сейчас принесу. Спасибо большое. Извините, что разбудил. Да ничего страшного. Понял тебя. Значит, парень дочки? Угу. Хорошо. Ром, что случилось? Меня от дома Бондаревых вели. Кто-то наблюдал за особняком. Хорошо, что ты осталась в машине. Ну что там? Сейчас. Смотри. Короче, к Бондаревым приезжал человек Игнатьева. Этот бегун-чемпион. Ага. Мы его пробивали, кстати? Нет. Значит, надо пробить. Значит, пробьем. Всех. Всех. Родню, квартиры, тачки. Все полностью. Давайте. Ну, отмотай назад. Видишь, он и правда идет к душнику. В слепую зону. Камера не охватывает эту часть забора. У него же ничего в руках нет. Ну, в руках-то ничего нет, а под курткой. А ну-ка, укрупни, насколько возможно. Ух ты, а неплохая тут камера. Вот он. Стоп. Помнишь, нам охранники заход хозяйства рассказывал про коренастого мужчину, ну, якобы грибника. Это не он? Вот это мы и выясним. Я поеду в охот хозяйства, покажу охраннику эту фотографию, может, он его узнает. Только сначала отвезу тебя в деревню. Ром. Соня. Человека. Короче, ничего. Спортсмен, бегун, многоборец. Однушка у него на выселках. В общем, пацаны съездили сейчас, пробили. Никого там нет. Соседи говорят, давно не было. Еще, правда, бабка у него в селе есть. Ладно. Бабку позже навестим. Сейчас у нас дела поважнее. Все, погнали. Я за Петьку так волнуюсь. Как он держится после всего этого? А ты знаешь, он крепче, чем кажется. Соня! Петька! Дай бабуле ему тосковать не дадут. Ой. Привет, дорогой. Привет. Привет, привет. Пойдем. Привет. Как ты? Нормально. Пойдем. Здравствуйте. Ой, Соня, что у тебя с ногой? Да, ничего страшного. Долго рассказывать. Привет, ба. Угу. Здрасте. Как вы тут? Да ничего, все хорошо. Петька ест за 7 на лизаных харчах за неделю пару килограмм наберет. И правильно, потому что зачем же кожа до кости? Мужчина должен быть крепким. Нина Петровна, ваше лекарство. Ой, спасибо. Вы останетесь? Соня пока останется, а я поеду. Дела. Ты что, тоже тут спрячешься? А ты покажешь где? Только, Соня, пожалуйста, прячься получше. А то не хочу, чтобы тебя, как дядю Пашу. Эй, ты чего? Да ничего, за папой скучаю. Как он там? Послушай, с папой все в порядке. Он держится молодцом, и скоро его отпустят. Что тебе тут трудно без нас, да? А я зато себе бабушку нашел. Даже 2. Какой молодец, бабушек себе завел. Завидую. Они тебя, внучки, тоже возьмут. Они же добрые. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то случилось? Помните, вы говорили про грибника, который был здесь несколько дней назад? Ну, помню. Не он? Он. Вы уверены? Да точно он. Спасибо вам большое. Тут же места грибные. А если километров 5 отъехать, так сплошняком белые. Правда? А я обожаю собирать грибы, хотя не очень хорошо в них разбираюсь. Один раз собрала целую корзину подберезовиков, вот 1 к 1. Стала варить, а они горькие, и жидкость потемнела. Ложные. Они же розовеют на срезе. И горькие, если лизнуть. Их даже черви не едят. Ты не переживай, я тебя научу. Ах, простите, вас, Евгения Игоревна. Да ладно. Давай на ты. Ребята, Соня пропала. По телевизору только что был репортаж, ее ищут, а найти не могут. Надо Роме звонить срочно. Роме. У меня телефон его есть. Исчезновение дочери олигарха Софии Игнатьевой возбуждено уголовное дело и начато расследование. Хорошо, Вера Петровна, обязательно. Теперь к другим новостям. Да, как только появятся какие-нибудь новости, я вам обязательно позвоню. Вы тоже, если вспомните фамилию этого бизнесмена, о котором спрашивала Соня, сообщите мне. Спасибо, до свидания. Ну вот, кратко и по делу. Главное, чтобы Соню никто не преследовал. Очень надеюсь. И у нас теперь развязаны руки. Смотри, этот тип направляется к усадьбе Бондаревых. Как раз в слепую зону. И непосредственно перед нападением. Самого момента проникновения в дом, правда, нет, но… Я пробью по базе, интересно. Но есть еще кое-что посерьезнее. Я показал эту фотографию охраннику из хозяйства, где тот самый каминный набор. Ага. Так вот, он уверен, что это тот же самый грибник, о котором я тебе рассказывал. Все равно эти доводы, они какие-то шаткие. Нужно копать глубже. Ну кто ж спорит, я и копаю. Но ты же понимаешь, что это подстава. Игнатьев не виноват. Ром, моего личного мнения никто не спросит. Игнатьев, он переводит в СИЗО. Да ты что? Да там есть местный лазарет, там будет охрана. Ты понимаешь, чем это может закончиться? Борь, ну нельзя этого делать. Ни Игнатьева, ни его семью в покое не оставят. Да его просто добьют в этом лазарете. Да перестань, Боря. Пожалуйста, мне нужно еще какое-то время. Пусть Игнатьев побудет в тюремной больнице. Там безопасней. Но помоги. Меня за это по голове точно не погладит. Черт. А ты что, никогда гречку не перебирала? Да как-то не приходилось. У них гречка чистая, отборная. Это мы подешевле покупаем. А вы знаете, мне нравится. Даже затягивает. Ты завтра еще кашку с молочком попробуешь. И это объедение. Ой, мой Ромка в детстве ее любил. Мы тебя, Соня, научим. Будешь ее варить ему. Ромка парень золотой. Не то, что мои оболтусы. Да у тебя замечательные ребята. Ну, мой тоже молодец. Он какую красавицу нашел. Сонь, ты бы пошла отдохнула. Да ладно. Поспала. Они же в городе бегают, суетятся, им отоспаться некогда. Это точно. У вас тут воздух такой чистый. Хорошо высыпаюсь. Давай, давай, поднимайся. Стойте! Вот распоряжение. Гражданин Игнатьев останется пока в больнице. Давайте-ка его обратно. Чуди. Распоряжение. Давай. Пошли. Ну, это просто волшебство какое-то. У меня так никогда не получится. Да прям я тебя научу. Давайте лучше посуду помою. Петь, ты доел? Ну уж. Посуду. Иди погуляй. Бледненькая какая. Да и Петька соскучился. Поиграй с ним. Ты оказался прав. Хорошо, что мы оставили твоего тестя в тюремной больнице. Был бы еще один труп. Они сделали из машины решето. Ну, теперь понятно, что Игнатьев жертва. Что охота идет на него и на его семью. Да. Осталось выяснить, кто за этим стоит. Это понятно. А пока давай не будем никому сообщать, что Игнатьев выжил. Никто ведь не знает, что его не было в автозаке. Верно? Никто не знает. Можно его спрятать по-тихому. Поиграть. Ой, извините, Рома звонит. Сейчас. Алло. Алло, привет. Как ты? Привет, все хорошо. Ты как? Слушай, тут такой переполох из-за твоего исчезновения. Да, держу оборону. Сонь, ты меня сейчас спокойно послушай, хорошо? Ладно. В общем… Автозак, в котором должен был ехать твой отец, его обстреляли. Что? Как? Что с папой? Сонь, я сказал, должен был ехать, но его там не было. С ним все в порядке. Он сейчас в тюремной больнице. Так что, его теперь опять в СИЗО? Нет, в СИЗО он больше не поедет. Сонь, в городе тебе делать абсолютно нечего, так что… Сиди там спокойно, не высовывайся. Хорошо? Я поняла. Ну все. Давай, целую тебя. Всем привет передавай. Петьке персональный. Давай. Соня, что-то случилось? А, да нет, Петь, все в порядке. Тебе Рома привет передал. Ну ты чего опять грустный? Сонь, это мою маму, помнишь? Ну, помню, только смутно, а что? Да нет, ничего. Почему она меня бросила, если я ей был не нужен? Могла бы сделать это… Как эта операция называется? Забыл. Ничего себе. Где ты этого нахватался всего, а? Я ж не маленький. Ну да, это верно. А она какая была? Я на нее похож? Нет, ты на дедушку похож. Правда, я сама его не помню. Только по фотографиям. А фотографий мамы нет? Меня нет. Слушай, ну она же актриса была. Наверное, это можно в интернете найти. Сейчас мы найдем. А вот. Смотри, ты теперь взрослый, тебе можно знать все. Почему она ушла? Она не любила папу? Я не знаю. Может быть, она семью не хотела. Или хотела быть свободной. Люди ведь разные бывают. А ты? Ты хочешь семью? Да. Да, Петь, хочу. И потом, у меня уже есть семья. Папа, ты, Ромка. Эй! Хозяева! Ау! Нет никого. Может, уехала? Девушка, здрасте. А ваша соседка вообще что, уехала или как? Или так, да, уехала. Ага. Я понял. Уехала. Спасибо. Ага. Спасибо. О, бабуль. Здоров, бабуль. Бабуль! Слушай, а ты не знаешь, вот соседка ваша отсюда, с этого дома, она вообще где? Петровна-то? Петровна. Так уехала она. А куда она уехала, бабуль? А вот про ту разговора не было. А надолго? А про ту тоже не сказывала. Угу. Понятно. Угу. О, братан! Отдыхаешь? Заслуженный отдых. Святое дело, завидую. Слушай, ты не видел тут пару дней назад машинку такую УАЗ синий, без верха? А? Пару дней? Пару дней. Не помню. Стоп! Стоп! Стоп. Вчера. Вчера. На Першина. На Першина? На Першина. Угу. Спасибо, братан. Спасибо. Хватит трындеть. Поехали, поехали, поехали. Петя, а пойдем со мной к Сереже за молоком, а? Там у него куры, коровы, даже коза есть рогатая. Посмотришь на них, а? Пойдем. Ну чего, купим у него молочка, яиц возьмем, гренок наделаем, а? Или оладьев. Или, может, ленивые хочешь, а? Да нет, я лучше на качеле покачаюсь. Да ну что? У меня есть одно секретное оружие, я его тебе не назову, но только к Сергею сходить придется. Так давайте я с вами схожу, помогу все принести. Ну ладно, только тогда ты поможешь мне готовить мое секретное оружие. Договорились. Ну, пошли. Эх, пропустил такой аттракцион. Нам тут совсем недалеко. Через двор пройдем 5 минут, и мы на месте. Петюнь, принеси грабли, они в сарае там. Петюня! Короче, решай со старухой, а я пацана возьму. Я не могу поверить, что Юрия Юрьевича убили. Еще и Соня пропала. Что ж теперь с Петей будет? Ах, Юра, Юра. Игорь Васильевич. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте. Роман, вы извините, что я вас вызвал в такой момент. Да ну что вы. Есть вопрос. Романа Соню еще не нашли? Ищем. А вы говорили со следователем? Что случилось возле тюрьмы? Кто убил Юрия Юрьевича? Да толком ничего не ясно. Идет следствие. А когда отдадут тело? Нужно же организовать похороны. Не знаю. Думаю, в ближайшее время выдадут. Да, все так навалилось. Роман, я хочу с вами опять поговорить. Я не знаю, где вы его прячете. Теперь, когда Юры нет и Сонечка не нашлась, может быть, Петя поживет у нас? Думаю, это ни к чему, Игорь Васильевич. внимание. Серега. Ну такой болтун меня заговорил. Ну а яйца хорошие дал, хорошие. И куры у него хорошие, правильные. Он их кормит правильно. Причем пшеном, а не какой-то ерундой там. А ведь главное, вот суть рецепта в том, что берешь вот эти 3 четверти, ага, и добавляешь туда сахар и взбиваешь. Только обязательно вилочкой. Ни в коем случае вот этими жужжалками электрическими, ни в коем случае не надо руками. Пока не взобьешь до самого Нина Петровна, что с вами? Нина. Кто это сделал? Господи, Петя! Нина. Петя! Нина! Роман, вы подумайте. Пете будет очень хорошо у меня. С Верой, с Глашенькой. Он же их с рождения знает. Я понимаю, вы беспокоитесь за него, но у меня очень хорошая охрана. Мальчик будет в полной безопасности. Да с ними так все в порядке. Вы не волнуйтесь, я присмотрю за Петькой. И сам во всем разберусь. А дальше уже можно будет и подумать об опеке. Если Соня… Извините. Извините. Да, алло. Что? Как? Что с бабушкой? А с Петькой? Я еду. Женя, ты что предпочитаешь? Капучино, эспрессо? Ничего. Что случилось? Ты что, плачешь? Я… Знаешь, все, что происходит, это какой-то ужас. Соня пропала. Ее отец погиб. Мой папа в больнице. Даже Глашка перестала играть. Просто сидит и смотрит в окно. Да, я понимаю. Не до улыбок. Ну все, перестань. Перестань. Слышишь? Это я во всем виновата. Я ушла, оставила их одних, я идиотка. Что бы ты сделала с 2 мужиками? Да не дергайтесь вы. Сидите спокойно. Как ты? Сильно болит? Ушиб у нее. Слава богу. Но если вдруг почувствуете головокружение, тошноту, звоните сразу. Может быть сотрясение. Да знаю я все. Спасибо. Угу. Спасибо. До свидания. Прости меня. Прости меня. Это я тебя втянула во все это. Ничего. Не ответит. Сволочи, может, ты лучше приляжешь? Да. Давай. Давай, по-моему, давай. Все хорошо. Садись. Аккуратней. Господи, когда же это все закончится? Я с ума сойду, и Петя. Вот где его искать, Ром? Не волнуйся, найдем Петьку. А если они его… Прекрати. Ничего они ему не сделают. Если бы хотели убить, убили бы на месте. Или еще там, в лесу с охраной. Тимошин лучший друг детей. Да, Вера Петровна, здравствуйте. Рома, я вспомнила фамилию этого бизнесмена, о котором Сонечка спрашивала. Его фамилия Тимошин. Как? Тимошин? Да, да, Тимошин. Ему принадлежит детский благотворительный фонд. Я только что по телевизору опять рекламу видела. Хорошо, спасибо вам. Я вас очень прошу, Рома, пожалуйста. Когда Сонечка найдется, расскажите ей об этом. Соня обязательно найдется. Обязательно. Хорошо, Борь, спасибо. Что сказал Борис? Сказал, что все очень плохо. Тимошин – известный криминальный авторитет. Боря его когда-то разрабатывал. Значит, он может быть связан с этой историей? Может. Только предъявить ему нечего. Боря тут бессилен. Ром, ну а Петя? Что с Петей? Поеду к Тимошину. Постараюсь все выяснить. Нет, Ром, пожалуйста, не лезь к нему. Ром, ну посмотри, что происходит. Пообещай мне, что ты к нему не поедешь. Да не волнуйся ты так. Я так боюсь, Ром. Ты вообще с этой историей никак не связан. Сонь, все, что с тобой связано, меня касается. Не бойся, я снаружи посмотрю. В дом лезть не буду, обещаю. Ром, я с тобой поеду. Сонь. Ром, мне здесь небезопасно. Бандиты уже вычислили это место. Я буду сидеть спокойно. Никуда не лезь, тебя слушаться, обещаю. Хорошо, поехали. Кажется, здесь. Да. Сонь, пообещай, что будешь ждать меня в машине. Хорошо, я поняла. Снотворное в капельницу. Работает обезболивающее. Через 10 минут вам станет легче. Я буду внизу. Если что, просто нажмете кнопку. Тихо. Где Петя? Кто? Сам знаешь, кто. Сын Игнатьева. Да ведь ты его похитил. Ты Игнатьева заказал. Твой человек? Нет, не мой. А чей? Ты же его узнал. Я об усопших не хочу говорить. Иди. Ничего тебе не скажу. Я давно не при делах, сам видишь. А мне жить-то осталось несколько дней. Слушай, а сделай доброе дело. Помоги, если что-то знаешь. Ребенок пострадал. Хорошие люди пострадали. Но будь человеком. Лет 5. Вел дело. Банкир Красногорский. Красногорский? Это которого расстреляли прямо на улице вместе с охраной. Стрелял этот Ракитин, фамилия. И я думал, его уже давно оприходовали. Он многим подобные услуги оказывал и много знает. Возьми дело банкира. Там это… Что там? Что там? Ром! Ну что? Это не он. Еще. Еще. Седой, хватит уже! Хватит мухлевать! Сейчас бороду получишь, ты понял? Ты, главное, не увлекайся. Ну, как в прошлый раз, пацана, провтыкаем. Ты правда не помнишь эту историю с банкиром Красногорским? Ну, громкое убийство было, весь город гудел. Прям среди бела дня на виду у всех расстреляли и его, и охранника, и водителя. А убийцу так и не нашли. Слушай, Тимошин сказал, нужно достать дело. А где его взять? Ну, Боря сказал, что дело вел когда-то некий капитан Михайлов. Он сейчас на пенсии, мы к нему съездим, спросим у него. Но наверняка он помнит какие-то подробности. Короче, пойду отолью. А я пойду щенка покормлю. Эй, щенок, иди жрать. Давай бегом, что ты сидишь? Давай. Давай жрать. Стой, я стирался. Куда ты собрался? А ну, иди сюда. Вот так, если ты нормально не понимаешь, здесь будешь сидеть, понял? С крысами будешь сидеть. Еще раз, не дай бог, отстань от меня! Седой, ну подожди, ну походу это перебор. Че надо? Пацан школу жизни проходит. Давай, пошли отсюда. Ты старше, тебе решил. Сонь, да. Здесь подожди. Егор Семенович, рыбка ловится. О-хо! Боря! Здорово. Здорово! Каким таким ветром в наших краях? Ну, я мог бы сказать, что мы мимо проходили, но ты ж не поверишь. Ну. Знакомься, это мой армейский друг Ромка. Здравствуйте. Очень приятно. Есть тебе разговор. Да не вопрос. Рыбка поотдыхает, пущай проголодается. Ну, выкладывай. Жень, а почему мне Петя не звонит? Не знаю, Глашу. А где он сейчас? Глашу, его Рома забрал. Приглядывает за ним. Они скоро к нам приедут, да? А хочешь, я с тобой посижу, пока не заснешь? Не хочу. Ты иди. Тебя же Кирилл там ждет. Еще чего? Почему ты так решил? Да я уже знаю. Думаешь, мама тоже знает? Маме сейчас не до этого. И вообще, ты маму не бойся. А вот когда папа домой вернется, он вряд ли обрадуется. В общем, водитель этого банкира каким-то чудом уцелел. Дал примерное описание киллера. Вот только фоторобот какой-то невнятный получился. И поэтому мы не смогли идентифицировать стрелявшего. А вот потом, ну, где-то примерно через год, этот водитель снова к нам пришел со статьей в газете. Опознал убийцу в погибшем. А что за статья была? Да некролог. Некий Геннадий Ракитин попал в аварию и погиб. Ну, то все. И фото этого киллера. Вот тогда-то мы и закрыли это дело в связи со смертью подозреваемого. Как же он всех обвел, а? Посмотрите, не он ли это? Ракитин. Ну, точно. Он. Ты смотри-ка, живой. Странно все это. Слишком большой риск выходить из тени, покушаться на Бондарева. На Бондарева? Егор, а ну пошли быстро домой. Ужин стынет. Ну, все, ребятки, извините. Да, спасибо большое. Мне пора. Спасибо. Да, Борь, ты почитай эту статью про Ракитина. Ну, где-то лет 5 назад, кажется, в июле месяце, в нашей отраслевой газете писали. Хорошо. Все, Степаныч, давай. Пока. Опа! Я думаю, тебе это будет интересно. Точно. Интересно. Талантище ты у меня, Сонька. Прям как живой. Ой, прости. Прости, язык без костей. Я хотел сказать, что картинка очень реалистичная. А Петька цел, ты не думай. Откуда ты знаешь? Вот где он сейчас? Может, ты поспишь? Ну, хоть немножко. Да куда тут спать? Ему наверняка сказали, что папы нет, и что я погибла. Он, наверное, думает, что остался совсем один. А мы сидим здесь и ничего не можем сделать. Все. Ну что ты опять? Перестань. Ты вон какая у меня сильная, какая смелая. И Петька такой же. Кремень, пацан. Весь в отца. Надо же. Я думала, что ты не любишь моего папу. Я тебя люблю. А его я уважаю. За то, что таких детей воспитал. Только лицом Петька в маму, что ли? Не, в деда. Кстати, он недавно спрашивал про маму, я ему даже фото в сети нашла. Вот. Перерисовала. Конечно, он так привязывается и к тете Жанне, и к бабуле твоей. Не хватает ему все-таки мамы. Смотри, накажу. Понял? Давай сначала быстро в библиотеку, потом позавтракаем где-нибудь. Ром, знаешь что, ты поезжай, а мне нужно кое-что проверить. Начинается. Соня, ты обещала меня слушаться. И больше никакой самодеятельности. Что ты уже надумала? Ну хорошо, смотри. Зачем бандиты украли Петю? А? Это же очевидно. Но мне не очень. Объяснишь? Смотри, они поехали в деревню за Петей, как раз в тот момент, когда узнали, что нас с папой больше нет в живых. Ну и что им нужно, по-твоему? Мне нужно кое-что уточнить. Ты поезжай, а позже созвонимся. Может, тебя хотя бы подвезу? Тогда меня нужно отвезти в ЗАГС. Так быстро созрела? Проверить кое-что нужно. Ну, понятно. Батарейка не села. Заряжайся, ну заряжайся скорее. Подшивка газет 5-летней давности. Смотрите. Спасибо большое. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Привет. Как ваше самочувствие сегодня? Вроде получше. Так, тут только один номер. Извините. Алло, тетя Женечка, это я. Спасите меня. Я тут в лесу с бандитами. Мне очень страшно. Помогите. Петя, Петенька, мальчик мой, ты не волнуйся. Я тебя спасу. Ты только часы не выключай. Там в них маячок. Мы тебя найдем. Помогите ей. Поедешь с ней. Что? Этого не может быть. Да, я тебя жду. Все, давай. Скажите, пожалуйста, копию свидетельства папа сам заказывал? Он сюда приходил? Нет, заявка пришла онлайн. И мы уведомляли на почту, чтобы пришли, забрали, но никто не забирал. Я звонила, между прочим, на домашний телефон, но тоже никто не пришел. Алло. Да. Мишенька, я прошу тебя, у меня люстра не работает. Кто-то приходил или нет? Я, извините, так работать не могу. Кто-то приходил или нет? Ассистент Игнатьева. И вы ему отдали копию? Ну как я могу дать такие документы? Ну вы что? Я даю только ближайшим родственникам и при предъявлении паспорта. Я ничего ему не дала. Подождите еще. Да. Коля, миленький, возьмите Мишу, сделайте мне что-нибудь с люстрой. Товарищи, я ослепну, дорогие мои, да, да. Вот да. Этот человек? Вот это, да, вот этим со шрамом, да, вот такой вот. Да, и Мишу возьми, пожалуйста, у него хоть ручки из того места растут. Пожалуйста, это делайте сегодня, я вас очень прошу, я же не могу, когда я ослепну, товарищи, вы что, с ума сошли? Да. Все, спасибо большое, до свидания. До свидания, до свидания. Вот тебе, пожалуйста. Глаза горят. Значит, удалось что-то узнать, да, мисс Марпл? Да. Где Соня? Петя, я тебе потом все объясню. Я один остался, да? Ты что? Золотой мой, мальчик мой хороший, ты никогда не останешься один. Я рядом, слышишь меня? Я всегда буду с тобой рядом. Всегда. Все хорошо. Все будет хорошо. Алло, Даром, это я. Здорово, Борь. У нас тут интересные новости. А у меня для себя тоже интересная новость. Петю нашли. Петьку нашли? А, Софья, это вы, здравствуйте. Здравствуйте. А где он? Что с ним? И кто его нашел? Нашла его Жанна. Он сейчас у Бондарев, все нормально. Игорь Васильевич привезли домой из больницы. Слава богу. Но это, Рома, еще не все новости. Бондарев на тебя заявление написал. Не понял, на меня? Да, за похищение ребенка. Ты же всем кричал, что ребенок у тебя. Они нашли его в лесу в каком-то доме. Я сказал, что ты сам вчера заявил о похищении, что у тебя есть свидетели. Но для протокола придется взять показания твоей бабушки и ее подруги. Софья, вам теперь с отцом, в принципе, можно воскреснуть. Правильно, Борь. Давай сейчас с тобой встретимся, я быстренько веду тебя в курс дела, хорошо? Хорошо, давай. Пока. Да. Похоже, за всем этим стоит именно он. Бондарев. Смотри, тот банкир, которого расстрелял Ракитин, должен был большие деньги серьезным людям, в том числе и Бондареву. Возможно, Бондарев тогда и нанял Ракитина, чтобы припугнуть банкира. Ну, а тот перегнул палку. Ты хочешь сказать, что Игорь Васильевич нанял киллера? Ром, ну это нелогично. Зачем убивать должника? Ну, я и сказал, припугнуть. Потом он помог Ракитину скрыться, а теперь опять его взял в дело, чтобы отобрать бизнес твоего отца. Я не понимаю, зачем тогда рана на голове? Зачем больница? Ну, смотри. Только Бондарев мог точно знать, что Игнатьев брал тогда в руку кочергу в охотничьем домике и послал за ней Ракитина. А потом его же послал в ЗАГС за свидетельством, чтобы оформить опекунство на себя и все получить через Петьку. Он уже всех убрал на своем пути к этой цели. Твоего отца, тебя. На меня он заявление накатал, чтобы я к Петьке не лез и под ногами не путался, понимаешь? Уже мой папа удар хватит, когда он узнает. Главное, чтобы он Бондарева не ударил теперь по-настоящему. Поехали. Поехали. Игорь Васильевич отдыхает и просил его не беспокоить. Понятно? Хорошо. У нас теперь все будет хорошо. Папа! Сынок. Петька. Сынок мой дорогой. Дай я посмотрю на тебя домой. Ты хорош. Ой, боже. А. Чего? Боже мой. Юрий Юрьевич, вы живы. Мы же думали, вы погибли. И Сонечка нашлась. Жанночка, дорогая вы моя, я, конечно, должен был вам, ну, это не важно. Спасибо вам огромное за моего сыночка, моего Петеньку. Еще вам спасибо за то, что вы боролись за мою компанию. Вот, Жанна, вы просто необыкновенная женщина. Соня, мы уже почти отчаялись. А вас найти? А мы приехали к Игорю. Да, надо кое в чем разобраться. Пойдемте. А, нет, стоп. Петя, сыночек, я скоро приду. А ты пока в машине посиди, хорошо? Угу. Ром, побудешь с ним? Пойдем, Петруха. Ну, ты прям герой. Всегда в тебя верил. Пойдемте. Вы знаете, я говорила Игорю Васильевичу, что это, возможно, недоразумение. Пап, посмотри, пожалуйста. Тебе никого не напоминает? Потом. Юра, ты жив? Жив, как видишь. Не ожидал. Явился с того света меня добить. Ну, добивай. Послушай, Юра. Даже слушать не буду. Друг называется. Партнер. Тебе вообще крышу снесло от денег. Это ты все устроил. Что я устроил? Да то, что сейчас со мной происходит. Со мной, с компанией, с семьей, с детьми. Ты. Мои девочки. Игорь Васильевич. Мои девочки и жена сейчас в заложниках. У человека, который держит нас под прицелом. Дружба глупее, чем любовь. Кончайте, девок. человека, который держит нас под прицелом. А это ты зря сказала. Теперь придется вас всех замочить. Бросай пушку. Спокойно. Игрушка законная, я охранник. Смирнова моя фамилия. Есть документы, сейчас покажу. Рома! Бросай пистолет! Руки так, чтобы я видел. Офицер, ты как? Нормально. Жанна. Жанна, ты... Как ты... Ну что? Узнаешь теперь свою красотку? Это все она. Это ей нужен был Петя. Она в родстве с его матерью. Кто она вам? Сестра? Все объясню. Я на твоей стороне, слышишь? А теперь быстро в дом, на второй этаж и на пол. Быстро! И полицию вызывай! Глаша, быстро мой телефон давай. Наверх. Бегом, бегом, бегом! Мама! Мама! Ну, что случилось? Быстро. На пол! Быстро на пол! Жанночка, тетя Жанночка, что с вами? Вас ранили. Никому не верь. Петенька, я бы тебя никогда не обидела. Племяшка, тебе было бы хорошо со мной. Тетя Жанночка. Прости меня. По указаниям Жанны. Просто не думал, что все так серьезно. И что тебя встречу. А теперь меня тюрьма ждет. Ты с ума сошел? Ты же спас нас всех, дурачок. Погнали! То есть в этот момент они понимают, Борис, зачем они прожили свою жизнь. Наконец-то. Как вы, Борис? Нормально. Софья, вы меня, конечно, поразили. Как вам удалось определить эту схожесть с матерью Пети? Глаз художника. Я сам как-то раньше не замечал. Дамочка, это ваша, конечно, та еще штучка. Как оказалось, они с матерью Пети единоутробные сестры. Отцы у них разные. Потом Жанна уехала за границу, там училась в университете, даже закончила с отличием. Ну да, в бизнесе она, конечно, толковая, ничего не скажешь. Потом она вернулась, и тут нарисовывается некий Ракитин. Она спасает его в истории с Красногорским, а потом помогает ему исчезнуть. Якобы он попадает в аварию. Выживший водитель его опознал. И таким образом Ракитин становится Смирновым. А потом Жанна узнала о существовании вашего Пети. И решила подобраться к вашему бизнесу, Юрий Юрьевич. И, как я понимаю, шансы у нее имелись. Вы ведь тоже были у нее на крючке, да, Юрий Юрьевич? Нет, нет. Первым на ее удочку попался я. Мне ее рекомендовали как первоклассного финансового консультанта. А потом уже Юра. Ага. Да, она решила прибрать все к своим рукам. Уничтожить всех Игнатьевых и взять полную опеку над Петей. Ну и стать главой холдинга. Решила она действовать, когда между вами возник конфликт. Один из охранников в охотничьем доме рассказал, что она приходила с документами, когда вы разжигали камин. Вот тогда у нее родился этот план. Только тут неувязочка вышла, я не умер. Именно. И она решает вас шантажировать женой, дочками. Ну ничего, скоро она за все ответит. Их подельники сливаются по полной. Извините, я побежал, опоздаю на тренировку. Какая тренировка? Сейчас Вера пирог принесет. Ну да, пирог скажешь тоже. Не хватало еще перед чемпионатом пироги трескать. Давай, давай, беги. На свидание. Молодец. На свидание. Счастливо. Видите, у меня новый тренер, так что… Пошути мне еще. Рома? Ты теперь у него новый тренер? Да. Похож. Да, паскудная история получилась. Ничего не скажешь. Так что, Игорек, ты меня извини. Зла не держи. В ближайшее время начнем заниматься разделом активов. Я выкуплю твою долю, как ты этого и хотел. А ты знаешь, я тут полежал, подумал и передумал. Ты же мой лучший друг, и ты никуда от меня не денешься. Так давай еще вместе поработаем. А? В смысле? В прямом. Партнеры? Да. Сонь, да я всего на 2 часа. Подожди, мне нужно кое-что тебе сказать. Давай. Мне кажется, что нам нужно пожениться. О. С чего это ты вдруг решила? Ну, я же взрослая и сама принимаю решение. Ну, прям сама. Папа, небось, подсказал? Нет, нет, он посоветовал. Как опытный бизнесмен сказал, что хороший товар надо брать сразу, пока из-под носа не увели. Так и сказал? Да. Ну, ладно. Ну, что? Я подумаю. А, ну, тогда ты не тяни, ладно? Хорошо. Да, я согласен.